Ну и сменим тему. Украину грабят. Самозванные власти полуострова еще в начале марта во всеуслышание заявили, что намерены национализировать всю государственную собственность. При этом немного ошиблись. Термин «национализация» означает переход частной собственности в руки государства, когда же собственность государства, расположенную на его суверенной территории, без лишних разговоров прибирают к рукам. Ну, мы имеем дело, скажем так, с экспроприацией. Словом, которое раньше упоминалось... Разве что в учебниках истории, когда речь шла о большевиках, да и об Октябрьской революции. Ну и давайте перечислим, а какие же объекты Украина вполне может потерять? Номер один по значимости – Черноморнефтегаз. Единственная в стране госкомпания, осваивающая Черноморский шельф. Разведанные запасы газа в Черном и Азовском морях у побережья Крыма составляют почти 2 триллиона кубометров. В прошлом году компания добыла более 1,5 миллиардов кубометров газа. Буровые установки, используемые компанией, куплены за бюджетные средства. Последние две обошлись в 400 миллионов долларов каждая. Украине принадлежат и ветряные электростанции. Ну, еще лакомый кусок. Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами. Здесь же Феодосийский порт, оптический завод и судостроительная компания. Порты в Крыму вообще принадлежат государству. Керченский вместе с паромной переправой, Ялтинский, Евпаторийский. Ну и отдельно следует сказать, что инфраструктура Укрпочты, телерадиопередающие мощности, авиапредприятия, Крымская дирекция Приднепровской железной дороги вместе с самой железной дорогой – все это собственность Украины. В государственной собственности находятся и множество научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Всемирно известные винзаводы. Массандра, Магарач, Новый Свет – это тоже украинская госсобственность. Профсоюзные и ведомственные санатории вряд ли останутся без внимания экспроприаторов. Ну, к примеру, Артек уже сменил владельца. Военные санатории в Ялте, Алупке и Судаке теперь будут оздоравливать российских военных. И это далеко не полный перечень.